So girl, you better take time. Take time. Cause this poison ain't not like a snake. Сможет ли меч Дианы пробить кожу Супермена? Мой ответ нет, поскольку он не смог пробить даже броню Степного Волка, которая намного слабее, чем прочность Супермена, но при этом меч довольно-таки легко разрезал руку Думсдэю, но я думаю, это связано с тем, что он только-только родился, но тут появляется другой вопрос, как он тогда без каких-либо повреждений выдержал полноценный взрыв ракеты, которая попала прямо в него, но все же я думаю, меч Дианы ничего не сделает Супермену и даже царапины не оставит.